Хей, йоги, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру по названию Evolven 2. Не знаю, крашница, не крашница, я сделал копию, надеюсь, все будет отлично и места хватит. Полетели, мы, короче, с вами теперь становимся, проходим тренировку викингов, чтобы стать, поучаствовать в Колизее. О, мы вспомним. Ого. Ого. Даже мой меч не справляется. Может, все-таки нужно было пойти туда? Ну... По десятке дают. А, ну за две тычки не умирают. Опа, а не левел ап еще. Так, развилочка. Ой, точно, нужно ж радарчик юзать. Факела говорят направо. И факела слева говорят налево. Давайте сначала направо. Ага. Ага. Хорошо. А что меня ожидает с этой стороны? Ой. Ау. Ау. Но это была плохая идея, чтоб меня коцнули. Хорошо, хорошо. Ну, блин, с тобой я расправлюсь довольно легко. Ау, серьезно? Ладно. А, тут показывается, сколько сундуков и карт. А-а-а. Но мне нужно... Я отсюда выберусь, выберусь, но мне нужно победить. Эту херовину, которая там стоит. Так, для нее мне пригодится человек-ледышка. Постой, ты не вредный? Тогда ладно. А, это Скади. А, это которая тоже там была, видели? Помните в этом? Я знаю, что лед вокруг нас скоро исчезнет. Тогда я снова пропаду под потоком, пока не проснусь заново. Та, что ищет священную силу льда. Я вижу, что уже пробилась. Но принесла ли ты мне то, о чем я просила? Хорошо. Я присоединяюсь к тебе и раскрою путь льда. Улучшена сила. Теперь вы можете призвать Скади. Вау. Давайте посмотрим, как это. И сколько она забрала? Все три, да? Да, как я, в принципе, думал. Но факт того, сколько она забрала, это просто что-то с чем-то.
3200, да, хотя это камням обычным. Ну блин, ну понимаете, это нужно ж, не получив урона, еще сделать, типа выдержать количество. Ну хорошо, что я сейчас это сразу сделал, чтобы я не мучился. Пещера Нори. О! Хм. Я слышал про это место. Если я не ошибаюсь, это пещера Нори. Пещера Нори? Да, пещера Нори. Ты слышал это, Вельвет? Пещера Нори? Подожди, что это еще за пещера Нори? Это стародавние шахты. В былые времена гремный народ Фунгусляндии основал здесь нудистский летний лагерь. Разумеется, низкая температура и высокая влажность – идеальные условия для грибных созданий. Но они углубились слишком жадно и слишком глубоко. И заснули сном, которым никто не смог тревожить. Большой злобный тролль. Он и его служащие... Так, слуги-тролли захватили пещеру и мне. Так, а мне не нравится рассказывать вам о том, что произошло с грибами. С грибным народом. Но с тех пор редкая душа забредала в эти пещеры, помимо Крости, без радужных исследователей. Я бы предпочел избегать этого пути. Все будет начеку, всем быть начеку. Ты ведь не позволишь им схватить меня, верно, Шимки? Я не боюсь. Пещера заполнена троллями. Это одно из моих любимых мест. Так, а давайте смотреть, как она выглядит в улучшенной форме здесь. Или так же. А, принцип везде одинаков. Так, сразу используем манать. Ну, слушайте, ну все равно три штуки тратить. Здесь 4 сундука. Вау. 54... Я прошел игру на 54%? Лол. Ладно, 4 сундука ищем. Она... Булки откат. Можно как-то ускорить? Не, ну оно... Довольно очень сильная атака это. Thanks. Давайте сразу слизняка начнем, думаю. Сразу со слизни. Ну, буду надеяться на пасхалки. Левел ап. Повысился хп и защита. Опыта нормально дают. Грибной народ. Не хочет со мной поговорить. Опа. Сундук наверху находится. Я это знал. Но я упал. Так, а вот грибочек, вот этот паучок мне не нравится. Скорее всего, он шипами еще пуляется. Поэтому лучше ему фору не давать. Опа, это очень хорошо, если я могу до максимума докачать их. Это очень хорошо. Так. Ага. Она замедляет очень сильно, эта вода. ПП-шка. Я не хочу знать, скорее всего, может быть отравление, что они дают. А, манать. Ого.
Ого. Это опасно. Сейчас я провалюсь, да? Похоже, мост был уничтожен. Я полагаю, что возможно пройти под ним. Тролль, посмотри на это прекрасное создание. Ай, тролль заметил меня. Будь начеку, они прячутся, и они очень быстрые. О, она так прекрасна, ее грубая кожа и прелестное телосложение. Я уверен, что она понравится вождю. Шимики, умоляю, не дай им взять меня в живьем. Что мне больше всего в ней нравится? Большие мускулы, какие восхитительные изгибы. Я знал, что все эти часы я в спортзале так оправдают себя. Давай схватим ее. Осторожно, мисс Фина, они нападают. Что? Эй, вернитесь! Я прекрасное создание. В смысле... Быстрее, Шимики, Менос нуждается в нашей помощи. Я даже представить себе не могу, что с ним может сделать большой злобный тролль. О, я тут с тобой соглашусь. Он необъятный. Ладно, давайте... Я понял. Лучше не рисковать. Орика на руда, теперь я могу сделать себе еще что-то. Он пуляет туда, куда я смотрю. Это плохо. Это ужасно плохо, ребят. Так. 50%, еще два сокровища. Ну, я тебя понял, приятель. Когда он только кидает, он слаб. Мне хп мало. А, вниз, чтобы спрыгнуть? Когда мне это хотели сказать? Я постоянно пробел использовал. Какого черта? Это может быть отсылка на... А это есть, походу, на эту отсылку. Вот чё? Почему он падает? Что за бред? Отсылка, именно вот эта лестница, подъем, перепрыжки на Donkey Kong, где еще с Марио. Не знаю, почему у меня такое чувство. Да, нужно теперь сокровища по СПКД искать. Подождите. Вы наверх? А я тоже. Типа на лифте. Хорошего дня. Подожди, то есть ты решил не прыгать? Я правильно тебя понял? Знаете, вот эти подставы мне аж раздражают. Я еще при этом издыхаю, понимаете? Просто шок-контент. Серьезно, он только одного атаковал. Какого черта? Какого черта ты падаешь?
Я не понимаю. Типа я вниз не нажимаю, но он падает вниз. ГГ. То есть этот придурок... Понимаете, дело в том, что я просрался и проиграл из-за этого. А, то есть он теперь со мной не идет? Натяни-ка, красавчики. Подожди, я с тобой поеду. Это типа обязательная смерть была или что? Так. Здесь нужно продумать так, чтобы я не обосрался. А я думаю, я с моими успехами скоро обосрусь. Так. Так. Хорошо. Я не хочу умирать, я не хочу знать, что будет. Поэтому я просто не делал поспешных движений. И они, если что, видны, когда они там лазят. Так, я понимаю, мне наверх. Я понимаю, я просрал. Ой, блядь, я просрал момент, когда нужно было... Ой, боже мой, как так можно? Надеюсь, мне дадут еще шанс. Я еще, главное, сохранился, я думал. Да, я проберусь обратно. Надо было посмотреть, что туда обратно, то мне как не пролезть. Да. А я и не допрыгнуть. Мне не допрыгнуть даже. Так, поехали. Ну как вы мне хотите это сказать? Ну как мне туда запрыгнуть наверх? Двойного прыжка у меня нету. Единственный варик был это... И то я его просрал. Нельзя туда попасть. Ну, а в обход, скорее всего, ну, ладно, давайте. Поехали. И... Классно катаюсь. О, ну так может даже быть. Херово то, что прыгать нельзя. Да, я просрался немножко. Я немного просрался. Левел ап можно апать. Плюс 3. 24 уровень.
Нихера себе атака. Все равно, видите, нельзя залезть. И он не прыгнул, и он не прыгнул, он не прыгнул, он сам не прыгнул, я не виноват, он не прыгнул. Не я виноват. Да. А у меня минусов тут нету. Поэтому и сундук я тут тоже достать не могу. Но мне предлагают сюда потом вернуться. Это я сразу понял. Могли бы не говорить. А здесь сейчас я девчулю использую. И всех нахрен. Слушайте, довольно неплохо. Действительно неплохо. Ну блин, видите, мне за это ничего не падает. Ни деньги, нифига. Ну давай. Повторно зарядим. А нет, падает все-таки что-то. Так, а ниже, я думаю, лучше не падать, да? Или же стоит упасть? Два сундука, но я уже их просрал. А вниз нужно было прыгнуть, может, как вариант. Нет. Давайте я здесь я сохранюсь. Я начинаю беспокоиться, как там минус. Большой злобный тролль. О, мой питомец. Твои рубашки мускул. Твои разбухшие мускулы заставляют меня трепетать. Отпустите меня, я не твой домашний питомец. Большой злобный тролль. О, какие-то люди пришли украсть моего питомца. Но им никогда меня не добраться. Ну да, это вот как раз Донки Конг, как я и говорил. Похоже, минус нуждается в нашей помощи. Большой злобный тролль. Еще бы мне по 100 очков давали за прыжок. Я спасу принцессу. Большой злоб... О, мой питомец, твои друзья беспокоятся за тебя, как и я. Никто нас не разлучит. Давайте я просто заюзаю суператаку. Ни хрена себе. И все? Просто столько хп снести. Ну да, ссылка на Донки Конга была в начале, когда вот этот бочки кидал. Вау. Ну блин, мне предлагают повтором там сюда прийти. Спасибо всем вам. Я даже не знаю, что бы я без вас сделал. О чем ты говоришь, Минос? Ты бы поступил точно так же, как будь в беде Шимки и Вильвит или я, верно? Я так рада, что мы спасли тебя от злобного тролля. У него какая-то маска и дубинка. Брр,
Кто знает, что он мог с тобой сделать, если бы не мы? Я не жалею больше это обсуждать. Больше ни слова, я уже ничего не помню. Шимки, ты можешь использовать лестницу, чтобы выбраться из пещеры? Полагаю, мы можем считать эту тренировку завершенной. Отлично, мы сможем принять участие в турнире. Да. А теперь мы будем возвращаться обратно. Так я понимаю. Блин, вот это тупо, что мне теперь заново возвращаться. О, чего их так много стало здесь? Значит, их было меньше. Так, а мне интересно минус. Ну, блин, это если мы спасем его этот... город, скорее всего. Так, сейвчик. Который не работает. Тут сейвчик работает? Не работает. Так, ладно, мы можем теперь принять участие. Привет, ты пришел. Да. Ты хочешь узнать правила турнира? Да. Что, ты хочешь узнать, как работает турнир? Турнир разбит на одиночной дуэли. Ты должен победить 6 воинов, прежде чем перейти в сражение с боссом. Победивший босса первым получит приз. Приз этого города – древняя штуковина, которую мы нашли на компании Туннеля. В компании. Что ты хочешь узнать? Дуэли. Во время дуэли ты должен собирать священные камни, чтобы накапливать энергию. Эта накопленная энергия позволит тебе проводить специальные атаки. Так как ты еще новичок, можешь попросить выполнить специальные атаки своих друзей. Выполняй своего хода... хода соперника. Чтобы победить его, нужно лишить его жизни. Помни, лишь истинный воин выберет величайшую черепаху. Могу выполнить бесконечные жизни. Что ты хочешь узнать? А, ну все тогда. О! Это сигнал! Турнир начинается, удачи и будь сильным! Где начинается? Ты должен победить 6 воинов, прежде чем можешь сразиться с нашим боссом. Вы имеете в виду 6 это вас? Ты готов к дуэли? Позор. Ну, давайте сразимся с каким с кем хоть-нибудь, да? О, серьезно? Это ж 3 в ряд. Монет. Круто. О, чё так больно? В смысле? Ну ладно. Ой, я что-то не то делаю. Блин. А я только атаковать мог. А это его ход. Там он эти он изверг. Но лучше мне играть в 3 в ряд. Потому что это не мое. Давайте способности собирать, потому что у меня зеленых нихера нету. Блин. Ага. Дикий рывок. Он собрал на способность какую-то. Это херово. Берсерк. Так, подожди. Нужно все продумать.
нет. Вон он как. О, нихера он собрал. О, это плохо. Жестко. Заморожить силы врага. Готово. Я побежден? Невозможно. Так, подожди, сколько у меня мест осталось? Непобедимый ты наш. Ладно, нормально, давайте бои досниму и потом закончу серию. Поехали следующего. Нет, давайте себя. Да. Так. Бац. Нихера ему везет, что за бредятина? Четыре может собрать. Ай-яй-яй, стена льда, то есть... Понял. Зараза. Так. Надо ходить так, чтобы у меня были еще при этом ходы. Нужно понимать, что я собираю. Давай я... Хорошо. Так, чтобы так уничтожить? Два. Давай три меча. А, я при этом еще лечение получаю. По 6, ладно. Так, мне нужно 3 ледышки. Ой-ой-ой. Так, это сейчас плохо. Но с другой стороны нормально. Монеты я получаю, это ход. А, это деньги, вообще деньги. Может, Миноса собрать пытаться? Я не знаю, что Минос делает. Что вообще кто-то из них что делает? А-а-а, понял. Ого, я подумал 66, я подумал, нихера. Не совсем убого, но тебе еще есть куда развиваться. Ты готов к дуэли? Да. 80 хп. Да не хухрай-мухрай, челик. Не хухровый, мухровый. Так, зеленый у меня есть. Давай. Ай-яй-яй, нужно как-то... Ладно, пускай так. Я знал это, что он 4 сделает. Так, ладно, пока не юзаю ее. Уносит 6 урона, плюс 3 за камень.
А за каждый красный. Заморозочка, хорошо. Так, вверх, мне нужно убить его. Потому что это не дело. Ай-яй-яй. Ну я часа отсрочиваю, да, получается, его так, куда и все. Неприятно. Отлично. Это у нас четвертый, да? Прими мой комплимент. Давно уже никто меня не побеждал. Ты готов к дуэли, да? 72. Почему меч ничего мне не дает в плюс? Ладно. Да ладно. Да ладно. Он камешки собирает. Довольно хорошо. Нет. Так, монетки, монетки, камень. Тут вообще ничего нету, а ему главное ходы падают. Ну, этим везет. Я вообще ничего не вижу. А, нет, вижу пятерку. Так, давай, наверное, красненькие нужно подогнать. Хорошо. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Хорошо. Он просто все гребет. То, что у него есть, он гребет. Единственное, что я сейчас могу сделать, это красненький собрать. Собрал, классно. Ладно. Ладно, минус. Выручай, приятель. Минус, выручай. Я сдох. Нет, подожди. Так. 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 Не юза ничего. Отлично. Фух, на некрополях. Как ты смог победить меня? Не знаю. Ты готов к дуэли, да? Так, поехали.
Это не засчитывается, видите, как заход. Ай-яй. Боличе. А я меч использую. Так. Раз, два, три. Так. Что дает меч? Мне лично меч ни хера, да, не дает, как я понимаю. Мне нужен зеленый мед. Цвета нужно вообще тут ни хера нету. Ну, мне кажется, если он сейчас 5 красных соберет, это будет жопа. Мне. Где он их собрал? Это очень ужасно. А, ну давай, юзай. Хотя, ладно, не такое уж ужасное. Тут вообще ни хера нету. Он сейчас, ну да, плюс ход. Только зачем ему деньги? Так, зеленая, давай желтая искать. Хороший ход. Вообще ничего нету. Просто нифига. Пускай три меча это для атаки. Серьезно? Хода не было? Желтые. Так, не желтенькие, да, нужны? Шанс у меня победить. Надо на желтый собрать. Все, я победил. Чел, ну... Я победил. Ну нет. Он выиграл. А нет. У меня еще есть шансы. Ух. Да кто ты вообще такой? Я игрок. Ты готов к дуэли, да? Ой, самый сильный. Я не знаю, что его активка делает. На прямую ему активку... Нет, активку нельзя давать. Так, хорошо. Мне красный нужен. Все, что он это делает? Мне лишь интересно, что это значит. Странно. Ладно. Так, мне нужен красный. Почему он не использует? Может, алхимик просто? Или он все превращает в то, что нажимает? Или в то, что превращает? Это много. Это много, приятель, сори. Так, давай я... два раза.
Нет, почему ты мне... Плюс 3 за каждый камень. Так, красного у меня нет. И желтого у меня нет. Ладно, желтую заработаем. И красную заработали. О, красненький. Красненький есть. Нужно отхилиться. Но. Так, меч. Ну все, одна тычка осталась. Одна тычка. Ну да, меня так и все. Ты покойник. Я побежден? Невозможно. Ну все. Ты готов к дуэли? А, и с тобой можно. Но я не против. Так, подожди. Красные. Зря ему подал. А сейчас энергии наберет. Кучу, да? Мне желтый еще нужен. Нужен желтый. Он много бьет. И он кровожадный. Кровожадный. Хр. Зелье лечения у тебя есть? Ё-моё. А, это вот херово. То, что у него зелье лечения есть. Так, мне не хватает красного, да, цвета. И он, считай, отхилился. Ну, мне тоже можно. Итак, килл получить. Мне нужен синий. О, чел, зря ты сейчас это сделал. Хотя, может быть, не зря. У него на хил хватает. Бац, бац. Я просто его пинать буду. Вау! Я сейчас тоже заюзу, слышь? Какой умный. Ну, конечно, что мне незначительно дали, отличие от него. Он сейчас и красный получит. Так, мне лучше заюзать этот. И атаковать. А за каждый зеленый. Теперь понятно. Ну это легкая была победа. Красных нету. Два синих хотя бы соберем. Тут вообще ничего нету. А он меня только атакует. Ладно, не
да, будем атаковать. О, хорош. Ай-яй, это уже плохо. Это тоже плохо. Мне синий нужен. Юн забрал синий. Он сейчас отхилится. Ларина. Ларина. Я сейчас проиграю. Ты чувствуешь, когда нету синих, либо красных? И сейчас чисто все против меня. Фух, хил. Слава богу. А, не страшно. Не страшно. Так еще, да, где-то были? Даже это мне каждого нужно победить. У меня точно места хватит. Я вот теперь об этом волнуюсь. 30-ка уже. Да, давай, поехали. Хотя я мог уже пойти к боссу. Ладно. Позабочусь о вас, ребята. Вырезал чисто, знаете, викингов. Плохо дерется. Зеленый забирает. Но я буду красный забирать. Опа. А это у него ход. Так, и зеленый нужен. Ладно, мы делаем так. Классно я сделал. Это ему удалось? Давай вот так вот. Вот так вот. По зеленым мне плохо. Да и по красным мне херово. Он сейчас может 4 сделать. Да. Why no? Правильно. 18. А ну здесь я выиграл. Все. Так, да, давай. Как ты смог не победить меня? Так, и остался еще один. А, двое еще в доме, да? Ага, значит мне нужно победить еще этого. Да. Мне главное сейчас пособирать все сразу, что я вижу. Все отлично, я уже могу мега удар сделать. Ой, мне бы такую способность. Я был бы так рад.
Так, желтый. И так хорош сегодня. Ты просто не представляешь. Он чисто сейчас мне дает взорваться на полную, как говорится. Он чисто сам себе не жалеет. Так. Мне бы желтый и красный, да? Да ладно, да, будем пускай атакует. И ход переходит ко мне. Я явно недооценил тебя, я признаю поражение. Я 9 победил. А нет. Так, подожди, кого, с кем я еще не сразился? Кого я сражался? Стой, а могу я? Блин, а закупиться я нигде, да, теперь не могу, по факту. Подождите, сейчас я быстро сбегаю, пока у меня есть... Ой, ладно, нахер... Ай, ладно. Нужно быстро сбегать и идти на босса. Так, с тобой сражался. С вами мне нужно? А, купить. О. Да ладно, не буду покупать ничего. У меня сапоги только можно было купить, по факту. Что не хуже моих. Что? Ты действительно побил всех этих воинов? Во имя великой черепахи ты можешь сразиться с нашим боссом. А я хотел с тобой сразиться больше 10-м. Не души. Как думаешь, это ловушка? Нет. По крайней мере, я так не думаю. Несмотря на немного грубый способ викингов, имеют весьма сильное чувство чести. Не могу представить, чтобы они могли подготовить нам ловушку. Думаю, ты права, Вельвет. Как я понимаю, они сражаются с храбростью в честь, чтобы получить вечную жизнь. Я боюсь того, что может случиться с жителем... материка, если викинги завершат туннель и совершат нападение на империю. Так, быстренько смотрим, что у меня по свободному месту. 25. Ебать. Могу сказать, что по этому поводу не стоит волноваться. Да? Почему ты так считаешь? Ну, сам подумай, Фина. Викинги не упоминают ни в одной исторической книге, что предполагает, что они так и не добрались до континента. Ну да, об этом я и не подумала. Но что же тогда с ними стало? У меня есть теория. Конечно, у меня нет доказательств ее подтверждения, поэтому мне нужно найти соответствующие документы и реликвии. Но если я правда, что вызвала внезапно эти тайне замерзшего континента... На чем основано данное предположение, мисс Валет? Я никогда не говорила, откуда у меня эта книга. Та, что позволила мне использовать силу льда. Ах, да. Признаюсь, что это разжигает в мое любопытство. Никогда мне не доводилось видеть ничего подобного. Но она все равно очень полезна. Я тоже хочу такую. Она называется книга Борея. Один из 3 легендарных артефактов Маджи вместе с камнем. Времени и ключом Маджи. Я наткнулся на нее в великой библиотеке Дженову во время изучения Маджи. Я сумела немного перевести, поэтому могу использовать часть ее силы, но ее должно быть намного больше. Анархиелисы Ларго принес книгу в библиотеку после южной экспедиции во время Великой войны. Его записи говорят об одном и так. Он нашел эту книгу в земле викингов. Если я все верно понимаю, твоя книга покидает это место? Покинув это место, вызвала тайне льда? Это вполне возможно.
Таяние замороженного континента – длительный процесс, но если это происходит несколько веков, то вполне могло вызвать поднятие уровня моря. В мире будет почти полностью покрыто водой, и останется лишь несколько островов. И это никак не повлияет на будущее моего народа. К тому же, к тому времени все демоны погибнут. Шимики, я знаю, что ты считаешь длительный разговор скучным, и ты с радостью его бы пропустил, но мы здесь обсуждаем важные вещи, поэтому хватит храпеть, ясно? Я не думаю, что Декстраминатор был внимательный этого мисс. Виновника этого мисс. Фина? Снеговик! Он храпит! А? Что? Где? А меня кто-то звал? И он говорит! Кто вы? Ах, верно. Я начинаю вспоминать. Я медитировал, сосредотачивался на предстоящих турнирах, когда задремал. Наверное, вы пришли на дуэль. А в таком случае давайте начнем. Ах, ну я забыл представиться. Я вождь викингов. Можете звать меня Джон Сноу. Он не выглядит таким уж крепким, Шимки. Давай выиграем приз этого турнира. Я очень надеюсь, что это фрагмент ключа матча. Отец учил меня не судить по внешности облику. Будь осторожнее, без сомнений, этот Джон Сноу намного опаснее, чем выглядит. Говорящий снеговик. Мне жуть как хочется поближе изучить эту новую загадку. Ну что, ребят, в принципе, я думаю, лучше на этом закончить, потому что уже целый час прошел видео, а места у меня уже нету. Поэтому, мне кажется, лучше на этом закончить. Хотя, если хотите... Нет, мы на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.